Saturday's child grown, moving with a pinch of grace. You may be a clown in the burying ground, just another pretty face. You may be the face of Ophelia, sleeping and perchance to dream. Point of recklessness, self-centered, indeed extreme. Доброе утро, Jet Extreme вещает. Мы на Тенгизе пошли грузиться. Сейчас по пути расскажу все. Но нам надо это. Понял. Ага. Все, то есть его от меня подать. Ну, я имею в виду, что он ваш. Это вот столько хакаряшек. Короче, смысл такой, ребят. Мы едем по Тенгизу вверх, сейчас 20 километров, наверное, 20-30, я точно не знаю. Но я вам больше скажу, по Тенгизу я единственный, кто поднимался вообще. Кроме меня еще никто не поднимался. Отсюда где-то там они на лошадях ушли. Там будем базу ставить. Через 4 дня приезжают клиенты с Америки. Вот такой весь смысл. Все по-серьезному. Так что в этот раз не сколько я в погоне за тайменем, а сколько набраться опыта, поработать с иностранцами. Речка Тенгиз, приток Шишкит-Гола. Ну, сюда попасть практически невозможно. Ну, через турфирмы возможно, но в основном здесь работают на иностранцев. Тенгиз я покорю до конца в этом году, это 100%. Почему? Потому что вода огромная. То есть, ну, не зря же канал мой называется «Покоритель рек». Канал и, ну, фирма больше Jet Extreme называется. YouTube-канал Jet Extreme «Покоритель рек». Шишкит-Гол я покорил полностью и со стороны Тувы. Но со стороны Тувы я его покорил давно уже, еще лет, наверное, 18-му назад на вертолете. А здесь я покорил на лодках. Я уже... Открывать уже не буду, это третий сезон, это моя поездка на Шишкит-Гол, уже четвертая, по-моему, четвертая или пятая, я уже, честно говоря, запутался. Раз, два, три, четвертая поездка, да. То есть, ну, это в основном все было по Шишкит-Голу, то есть я Шишкит-Гол по максимуму, насколько мне здесь разрешили, я его покорил.
Сейчас остался Тенгиз. Там еще есть притоки у Тенгиза в виде озер Тайменева. Туда схожу. Не знаю, конечно, сейчас я поднимусь, не поднимусь. Да вообще поднимусь ли туда к озерам, потому что там мелкие речки. Ну, попытаюсь. Все как-то так. Ходят, таскают, ты снимаешь, тебя снимают. И я сам себя снимаю. Не, ну это не красавчик. Не, ну вот это прикольно, да, так ходят, там стоит, просто съемка идет. Хоть со стороны показать, как босс выглядит. Из камеры в камеру, да? Да, 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 да. Так, ну что, у нас продолжается все. Все, прибыли мы на место стоянки. Ну, мы все здесь располагаемся, да, Ма? Лагерь будет здесь, да? Ну все, вот наш место лагеря. Я не знаю, но я думаю, что скорее всего я здесь на дней 20, ребята, зависит. Ну, в смысле, я не грущу, а наоборот. Вот так будет выглядеть наше место стоянки.
Ребята, доброе утро. Первый день на Тенгизе мы спали, ночевали. Ох. Ну, короче, как во всех этих горных странах. Ночью дубак, днем жара, блядь. Еще сколько, наверное, по нашему времени, может, часов, наверное, полдевятого, девять, блядь. Солнце высоко уже стоит, жара стоит, караул. И холод резко вечером вчера прямо, ну, бахом-махом, холод, блядь, дубак. Даже из памяти мы сегодня подзамерзли чуть-чуть. Да, здесь мы кушаем. Сейчас круговую прокачусь. Это, ребята, чтобы вы знали, это Это Дима, у него подпольная погоняла, Дима Скетч. Это Дима Скетч, ребята. Там у нас два бензогенератора наших стоит. Небольшой еще экскурс. Здесь у нас музычка играет. А, ну и не только музычки, да, покажем, что у нас здесь. Здесь у нас вещи хранятся, штативы. У нас с Димасом отдельный офис еще есть. Лодка одна осталась. У нас вообще по плану должно было три лодки быть. Но у нас произошел нюансик на границе. Третью лодку мы не смогли перетащить сюда. Но вода прет, конечно, Не сказать, что она прямо мутная-мутная, но не сильно уж и светлая, да. Ну, прет. Мы сегодня после обеда сейчас не поедем, сейчас еще позанимаемся здесь своими делами, все приготовим, все зарядим. Попрем. Ребята, красота, караул! Караул! До снежных гор добрались! Подожди, я сейчас заведу. Это вообще шикардос. Шортик на льду. Тихо, ты мне это, на мелики. Туда нос толкай. Нос туда. Ну, блядь, ну, конечно, местечко. Добрались до гор. Мне было интересно, сколько по времени. 1:20 от нашей стоянки. Мотай туда. Я глушу двигатель.
Бля, ну приколюха, конечно. Давно мечтал так попасть, ребят. Чтоб жара и снег. Ну, походу, только в начале июля, наверное, растает. Jet Extreme вещает. Сальдины. Бля, ну фотки. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо фоточки поделать. Вот это классика. Вот это классика, ребята. Все. We'll be right back.
назвал эту фотографию, это видео. Большевики на привале. Знаешь, что там есть это? Ну что, Jet Extreme вещает. Третий день. Это третий день, и уже 4 часа вечера по-монгольски. Почему все так поздно? Весь день лил дождь. Вон. Картина Репина называется. Поэтому вон уже даже капелька сразу попала. Да, капелька уже попала. Так, на фотоаппарат поснимали. 4 часа более-менее сейчас это. Дождик притих. Поедем это озеро Ленково, там на него попробуем штурмануть. Тут как раз пару километров до него плыть. Попробуем залететь, сколько по максимуму. Монголы говорят, 20 километров подниматься по озеру. Но я думаю, что навряд ли там 25, 7, 10 максимум. Ну, исходя из опыта. Ну, есть там всякие приметы. Сейчас мы монгола с собой возьмем, пограничника. Все-таки мы в приграничной зоне. Ну и попробуем до озера до этого сходить. Там уже что-нибудь типа снимаем более-менее нормального. Наверное. Квадрик с собой взял, может там получится запустить. Но погода, конечно, вам еще раз покажу. Ты подсос убрал? Ну, как-то так, как-то так. Ну, поедем, попробуем штурмануть это озеро. Получится, не получится. Сейчас, кстати, единственный, сейчас сказать, по времени, кстати, шанс есть это озеро штурмануть, потому что вода огромная. Ну, и с монголом я разговаривал. Вот именно вот сейчас в такую погоду есть шанс туда слета. Так что вот такой весь смысл. Ладно, отключаемся. Там уже, когда в озеро будем, в речку в эту войдем, которая из озера уходит, там уже начнем съемку. Самое главное, чтобы дождя не было у нас. Все, стартуем. Поехали. Сейчас это все придется прятать в дикам. Поднимаемся к горному озеру. Почти сутки дождь идет, воды прибыло. Попробуем прорваться. Ну вот подошли мы к сложному месту на этой реке. Монгол нам не может пока точно сказать, как она называется. Точнее он говорит, но мы его не понимаем. А вот здесь уже начинаются сложности сейчас. Будем подниматься выше. Такой ощутимый наклон визуальный у реки в этом месте. Там выше где-то озеро. Будем прорываться сейчас к нему. Jet Extreme. Река. Как река называется? Дингис. Дингис Курци Бильчир. Ну-ка еще раз. Дингис Курци Бильчир. Все. Понятно, как называется река? Это вот река выходит из озера, и сейчас единственный только момент, это вот только в июне можно в это озеро выйти по речке. Все, больше не будет момента. То есть река, сами видите, какая. Главное, чтобы халат был.
старший друг вообще в шоке от такого подъема. Метров 5 по озеру, это по речке к озеру поднялись. Внизу, я вам скажу, чистая пятерка. Наверное, метров 700. У меня до сих пор руки дрожат. Там дождь шел, ничего, никакие камеры не выключили. Сейчас вот стедик достал, покажу вам. Поднял. Давай еще. Во, нормально. Внизу, ребята, я вам скажу. Как мы спускаться будем, хрен его знает. Ну ладно, спустимся. Там подняли, значит, спустимся. Давайте сейчас со стедиком по речке прокатим. Блять, ну не факт, что поднимемся, она все мельче и мельче. Широкая-то.
сейчас давай квадрик запустим. Доставай. Ну куда нафиг? Нет. Падало. Уже нам еще 2 недели лежит, еще клиенты еще даже не успели приехать. А мы лодку умотаем. Сейчас вниз спускаться, жопа. Жопа. Фу, извиняюсь на камеру. Ничего страшного, ладно. Озеро увидели, но увидели с квадрокоптера, ребят. 3 км еще подниматься, но это жопа, я вам скажу, посмотрите. Она прямо это. Не, ну в былые годы бы я, конечно, туда оборванул, ребят, но есть смысл в чем? Есть смысл в чем? То, что нам еще клиенты встречать. А интейк резиновый 1, 2 я уже поставил на 2-ю лодку, там он убитый был. Выпивать СНТ, конечно, палево. Но я вам скажу, еще и внизу зихера такие, что мама не горюй. Мы сейчас с камерами то, что перестал идти, ну, вы увидите все. Вы увидите. У меня, не знаю, видно, не видно, руки дрожат немножко перед спуском вниз. Ну ладно, что, долга, Бог нам в помощь. Помчались, коленчик.
турецкий лепит. Внизу будет задница. У монголов у них глаза очень широкие. У монголов святые люди. Ну не все, конечно, но основная масса. Поэтому... Особенно по горной речке, по такой криминальной. И идете на малом ходу, на моторах тахаться, полтинниках именно, то всегда прогазовочку делать обязательно. Почему? Потому что свечи засирает. И не самый подходящий момент, просто тяга пропадет, свечу. Свеча одна засрет, и все, и жопа. Поэтому... Как только прямой участок видите, как прямой участок, всегда прогазовочку делаете. Так, вот приблизительно как-то вот так. Камера чистая.
вон еще вверх поднимайся. Ребята, можно еще одну отметочку на лодке ставить. Я не знаю, правда, слышно меня или нет. Покорили еще одну речушку. Я думаю, спуск вам показал, на что Алексей Владимирович способен. Ну, рисковать надо всегда, конечно, ребята, на холодную голову. Ну, и с практикой, естественно.